исполняется 25 лет мастерской выдающегося педагога нашего, замечательного нашего коллеги, нашего учителя Вениамина Михайловича Крештицкого. Создал целую театральную школу, целое театральное направление. Мы вправе можем говорить о школе Фельштинского. Диалоги мастера и учеников. Тот опыт, который накопили ученики, и тот опыт, который накопил мастер за те годы, которые прошли с того момента, когда он выпустил этих учеников, здесь предстанут и блистательная Ксения Рабоборт, и эти встречи, эти диалоги, они устремлены к разговору о профессии педагога, о профессии артиста. Я от имени Санкт-Петербургской академии театрального искусства приветствую Вениамина Михайловича Фельштинского. Ксению Рапопорт, мастер. Итак, мы начинаем неделю, посвященную театральной педагогике. Штампуют. И вот в отличие от этого, я думаю, что ваша школа как раз она немножко удерживает от этого. Но тем не менее, вопрос к вам, к вашему откровению. Существует ли внутренний у вас какой-то маятничек, который вам подсказывает, что опять? Ну, вы знаете, я думаю, что вот с нашей школы уже скатиться невозможно. Хвала и слава, конечно, за это нашим педагогам. И Вениамину Михайловичу. Но то, о чем я говорила, я просто, может быть, не совсем, поскольку пыталась немножко как-то снять пафосность, я говорила, конечно, те артисты, которые я назвала, они не страдают, мне кажется, штампами. Или их штампы столь многообразны и прекрасны, что этому можно действительно с удовольствием завидовать. Чем хороший артист отличается от плохого, что у плохого артиста два штампа, а у хорошего 2 миллиона. Вот в каком-то смысле, если так об этих штампах говорить, да, то есть о каких-то, скажем, да, умениях, потому что вот этот способ существования, да, когда ты просто отпускаешь, да, себя на какую-то тему, которая тебя действительно там волнует, вот в таких каких-то рамках, выстроенных режиссером, да, то
ты всегда рискуешь, если у тебя мало техники, ты рискуешь тем, что сегодня это просто-напросто может не отпуститься, не состояться. А у тебя может произойти все, что угодно в жизни в этот день, да, и должны быть какие-то средства, ну, мне так кажется, мой опыт мне об этом говорит, должны быть какие-то средства, которые тебя будут не гарантируют, а будут помогать не даже если в этот, как сказать, в эту секунду тебя не обуяло безумное вдохновение, все равно пройти этот путь, эту дорогу и как сказать, и добиться того, чтобы то, о чем ты хотел сказать, состоялось в той или иной степени. Потому что это важно, потому что сегодняшний зритель, как сказать, и завтрашний, да, почему сегодняшнему досталось, а завтрашнему нет? Как-то обидно, да? И все платят одинаково за билеты, и если у тебя сегодня нет вдохновения, и кроме того нет вообще никаких технических средств, я не говорю, что их у нас нету, я просто пытаюсь, да, вот, развить ту тему, которую мы начали. Вот. Но они приобретаются, и, наверное, приобретаются штампы. И, конечно, я, ну как, если уже говорить вот обо мне лично, да, то у меня вообще здесь большая проблема, мне не нравится то, что я делаю в 99,9% случаев. Мне не нравится, мне сейчас там довольно тяжело смотреть. Мне кажется, что это, ну, как бы это моя такая натура, да, и мой склад там, характера, но вот я не знаю, это меня, может быть, чуть-чуть оберегает от каких-то штампов, а может быть, наоборот, к ним толкает. Но совершенно незаштампованных артистов, мне кажется, не существует. Ну, это просто невозможно. Ну, как, если говорить о штампе, да, как о какой-то форме, не о том, что, как сказать, я уже, понятно, тут у меня радость, тут у меня горе, и это я знаю, как играть, да, такие иногда ситуации бывают там в кино, слава богу, не в театре, в театре у меня никогда такого не было, и там всегда есть возможность его повторять и проходить, там, скажем, тот же «Дядя Ваня», сейчас я понимаю, что этой записи, наверное, лет 10 уже, и, конечно, сейчас он играется совершенно по-другому, и это какое-то абсолютное счастье, что это так, он растет и накапливается, а в кино бывают ситуации, когда просто есть сцена, которая написана так, что там, ну, просто вообще ничего не понятно, что играть, и пытаться выяснить у режиссера, что он имеет в виду, тоже бесполезно. И поэтому приходится там пользоваться штампами, там, как «Коровий взгляд», например, у меня есть такой штамп, я для себя его называю, то есть я знаю, что когда я вообще не понимаю, Маша, что мне играть. Маша, пригласить на курс, расскажи, нам интересно, мы возьмем от тебя «Коровий». То я просто смотрю в камеру вот «Коровьим взглядом» и понимаю, что это там можно подмонтировать потом как любовь. Или как удивление какое-то. Это штамп, но он меня иногда спасает. Ксения, я хочу сейчас на некоторые штампы посмотрим. Как раз мы переходим на кино-судьбу Ксении. Поехали. Сейчас «Коровий взгляд» посмотрим. Сейчас классический «Коровий взгляд». Это фильм «Ликвидация».
с Федором Бондарчуком. Ксения не мучить ее творчеством, но это, по-моему, замечательный фильм «Незнакомка». Встреча, да, с Джузеппе Тернаторе, правильно я произношу, да? Она была для тебя поворотной вообще в каком-то смысле. Фильм «Незнакомка». Tutto a posto. Senta, lei ha esperienza con i bambini? Sì, signora. Troppo grande. Avrei dovuto capirlo chi eri. Ditemi quel nome. Tu sei malato! Lo so che sei stata tu. Credevo di aver chiuso i conti con il mio passato. Ma si vede che il mio passato non ha chiuso i conti con me. Есть разница между тем, как играют в Европе в кино и у нас? Я думаю, в смысле школы. Но не школа, но вот, вот так. В целом. Нету? Нет, мне кажется, что нет. Есть профессионалы и непрофессионалы. Ага. Они есть везде, и вот у меня так все счастливо складывалось, что я совершенно замечательными артистами работала и с прекрасными режиссерами. У них, наверное, сама школа совершенно другая, но мы как-то без проблем находили общий язык. Правда, с теми, кто много работает в театре, значительно быстрее этот язык находился и намного более... Общий язык быстрее, да? Да, намного более интересный процесс происходил, потому что мы, естественно, сразу сцеплялись и начинали вместе что-то сочинять. А с артистами, у которых только киноопыт... Есть разница. Есть разница, да. Есть разница, но это не значит, что они... Именно в кино хуже. Я думаю, что мы еще многому удивимся и в ее ролях, в ее творчестве, и в российском кино, и в кино европейском, зарубежном, и роля, и удивительной общественной деятельности. В общем, я горжусь, что Ксения Рапопорт училась в нашем мастерском.
Спасибо всем большое. Приходите на все наши вечера.